Гостями урока музыки в историко-культурном центре на этот раз стали две талантливые солистки детского хора Большого театра – Полина Губернаторова и Екатерина Кириллова. Полина – наша землячка, ученица Видновской школы номер 6 и детской школы искусств. Вторая участница дуэта – ученица Зеленоградской ДШИ «Видно впервые». Девочки исполнили ряд классических произведений, в том числе знаменитую песню Леонарда Коэна «Аллилуйя». Зрители, ученики начальных классов Видновской школы номер 2, слушали дуэт, затаив дыхание. Номера чередовались с интересными рассказами о жанрах, музыкальных инструментах и композиторах. Тема урока «От классики до модерна» раскрылась, когда Полина Губернаторова взяла в руки маленькую гавайскую гитару под названием «Укулеле» и исполнила несколько произведений собственного сочинения. Полина играет на двух разновидностях гитары – четырехструнной укулеле и шестиструнной гиталеле. Уже год она сочиняет собственные произведения и сейчас записывает первый альбом. На обычной гитаре я тоже пробовала играть, но это очень сложно, и писать особенно на ней сложно. А маленькая, она по сути так же звучит, но только чуть-чуть милей. Мама Полины Ирина Губернаторова во всем поддерживает дочь, хоть и признается, это дается нелегко. Я занимаюсь ее репертуаром, педагогами, концертмейстерами, подбором нарядов, конкурсами, билетами, перелетами, потому что Полина очень много гастролей, выступлений. В общем, это нагрузка для мамы большая. Свое будущее девочки намерены связать с музыкой и сценой. И ради этого готовы много трудиться каждый день. Есть песни, которые у нас идут вот сразу, то есть получаются, а есть песни, над которыми нужно работать месяц. Может, даже больше. Сейчас Полина и Катя готовятся к выступлению на рождественском балу во Франции в одном из замков Тулузы. Мы разучиваем программу, повторяем, а там уже другой будет концертмейстер. У них будет сложная задача, потому что спеться с концертмейстером тоже очень важно. И концертмейстер должен почувствовать девочек, и они его должны почувствовать. Проект «Детское время» действует в историко-культурном центре уже четвертый год. Организаторы уверяют, подобные творческие встречи с юными и уже состоявшимися музыкантами, вокалистами и поэтами необходимы школьникам. Ведь путь любого состоявшегося творца когда-то начался именно с такой вот встречи с прекрасным. Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошелева, Видное ТВ.